Кальченко, и вы попали на мой канал. И да, важная информация, которая будет в конце этого видео. Ну а сегодня я вам покажу обзор. Обзор моих подделок из оригами модулей, но не только моих, еще и моих с мамой. Я тут уже наделала несколько. В общем, давайте приступим. Итак, вот это, в общем, мы готовились к Пасхе. Вы видите сейчас ссылки на все подделки на своем экране. Итак, значит, это пасочка, она такая красивая, прикольная. Это яички, вот яйцо такое. Вот тут, в общем, вы видите сами. Это подставка для яиц, такая маленькая. Сейчас я его поставлю. Тут тоже вот такое яйцо и тоже подставка. А это уже побольше вот такое яйцо с надписью ХВ, то есть Христос воскрес. И такая вот очень тоже красивая подставка, мне она нравится. Вот. Давайте дальше. Значит, дальше самая большая, самая очень вообще капец подделка. Это вот такой вот павлин. У него хвост немного догнулся, но, в общем, это очень красивый павлин, и собирали, я не знаю, сколько его, ну, в общем, очень красивая подделка. Тоже ссылочка будет. Значит, это корзина с цветами. Здесь я вообще ничего не делала, так же, как и в павлине и в Пасхе. Здесь просто все собирала моя мама. Значит, тут цветочки такие красивые все. Тут типа василек. Дальше лебедь в, как это сказать, гнезде, в вазе в какой-то, в корзине, вот, лебедь в корзинке, в зелененькой такой, вот он, вот так вот, сейчас я вот покручу, тут вот одно крыло, ну, то есть хвост, там и крыло, и хвост, в общем, все вместе, не знаю, как это объяснить вам. В общем, вот такой вот лебедь. Тут еще шея у него тут разноцветная. Спасибо очень. Глаза я сама, кстати, рисовала. Оцените, пожалуйста, лайком. Вот. Да, очень красивые глаза. Значит, дальше это ваза. Тоже. Вот. Значит, ваза с цветами. Здесь вот эти два цветка собирала моя мама вместе с вазой и вот этими стебельками. А этот цветок я сама лично собирала. Вот просто вот взяла и собрала. Я не собирала его много дней, я собрала его за час. Вот, вот такой вот цветок, очень красивый, очень классный, с листиками там. Вон листики есть сейчас. Вот, есть листики. В общем, да, там внутри неинтересно, обычный цветок у вас. Дальше это лебеди. Сейчас отстану. Это лебеди. Это лебедь-жена, а это лебедь-муж. Познакомьтесь. А это ихние дети. Вот. Посмотрите на их глаза. Самые красивые глаза в мире. Вот, особенно у этого гуся, ну, лебедя, то есть, самые красивые, просто глаза, у него шея оторвалась, секунду, я починю. Вот, этих деток я собирала тоже сама, вот этого я тоже сама собирала, да, тоже, кажется, сама собирала. И глаза я всем рисую, даю им возможность видеть. Вот, вот такие вот лебеди. Далее у нас Эйфелева башня, очень тоже красивая, сейчас даже боюсь крутить. Ну, Эйфелева башня и Эйфелева башня, что на нее смотреть. Дальше банан, такой банан, обычный банан, самый обыкновенный плоский банан. Это апельсин, апельсин получился очень большой, прям как настоящий апельсин, вот. Ну, апельсин тоже как апельсин, что его показывать. Дальше чайный сервиз. Чайный сервиз. Здесь чашки. Сколько это? 1, 2, 3, 4, 5. 5 чашек. Сахарница, конфетница и чайник. Все самое важное для чаепития. Так, ну, вроде бы все.
Всем пока, подписываемся на мой канал. И, кстати, важная информация, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А также написать комментарий и поставить лайк этому видео. И всем пока, я с вами прощаюсь. Пока!